Здравствуйте, дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала. Сегодня я хочу рассказать вам о универсальном золотом таро Райдера Уэйта, художника Роберто де Анджелиса. Дело в том, что до покупки этого таро я приобрела себе вот такую вот колоду, универсальное таро. Это тоже художника Роберто де Анджелеса. И по этой колоде у меня уже на YouTube есть обзор. Но увидев эту же колоду в золотом исполнении, опять-таки нашего российского производителя Fire, я не могла удержаться, чтобы ее не купить на самом деле. Она мне безумно нравится. И я не знаю почему, может быть, действительно здесь срабатывает чисто женский вопрос. Я очень полюбила золотые колоды. Я их собираю, я их коллекционирую. Я собираю колоды не просто с самой золотой картой, но и с золотыми срезами. Ну вот, сегодня как раз-таки у меня в руках именно колода, где золота особо, мне кажется, много. Общий обзор по универсальному таро Райдера Уэйта с художником Роберто де Анджелеса, как я сказала, уже есть с такой минимальной трактовкой карт. Но я настолько впечатлена дизайном и оформлением золотой колоды, что просто не могла не записать вот это видео, чтобы просто поделиться этой красотой с вами. Колода сразу легла на душу. Она достаточно в руках тяжеловата, не толстая, то есть достаточно удобного среднего размера, хорошо ложится удобно в руку. Вот такая замечательная рубашка. Золотой оттенок присутствует, но самого золотого покрытия в ней нет. Она двухсторонняя, поэтому с этой колодой можно будет работать как в прямом, так и в перевернутом положении карт. Тусуется достаточно легко. Она увесиста, не рыхлая. И карты, ну, я бы не сказала, что они очень плотные. Они все-таки немножко тонковаты, но, может быть, за счет таки наложения золота на карты, они не кажутся хлипкими. Мне работать с ними очень удобно. Я уже делала несколько раскладов для своих родных. И действительно все отметили, что она прекрасно смотрится в своем исполнении. Ну, вот передо мной сейчас будут в первую очередь, конечно, арканы старшие. И еще такая интересная особенность. Все карты не просто декорированы сплошным элементом золота, вот как само солнышко в углу, а именно, вот смотрите, такими нежными точечками. И в основном декорация идет в центре самой фигуры, как бы расходясь вот радужными лучами, если вам заметно. Ну, вот этот, наверное, основной акцент, который и был в замысле самих декораторов именно при создании вот этой золотой карты. И еще один такой интересный момент, который мне очень-очень нравится, но я вам о нем скажу чуть-чуть позже. Итак, сегодня у нас просто просмотр, наслаждение золотой колодой универсального таро Райдера Уэйта, но в исполнении именно художника Роберто де Анджелеса. Итак, вот такой у нас легкомысленный, но очень обаятельный дурак, маг. Мне очень нравится в этой карте, что у мага стол именно бежево-коричневых оттенков. Если вы заметили, в классических колодах он больше выполнен в бордово-красных. Мне почему-то такое сочетание цветов более приятно глазу.
Вот опять-таки, видите, как от фигуры расходятся такие радужные круги в виде перфорированных точек золотых. Очень красиво выглядят карты. Я прекрасно понимаю, что действительно камера не передает всей красоты, изящества и тонкости, но, поверьте, в реальности карты более чем красивые. Верховная жрица. Золота здесь немного, но особо уделено элементу месяца у ног жрицы. Императрица. Женственная, красивая, нежная блондинка. Очень она мне нравится на этой карте. Посмотрите, как красиво струится ее одеяние. Здесь они не в традиционно голубых тонах, а бледно-салатового цвета, сливающиеся с природой. Ну, зато виден голубой ручей, речушка. Очень мелко прорисованы детали. Это, конечно, еще больше радует и приятно работать. Такой у нас иерофант. Такой учитель. Учитель. Да. Влюбленные. Это карта влюбленных. Безумно красивая карта. Колесница. Зарево. Просто золотое над городом, за колесницей. Очень красиво выполнено. Сила. Как раз таки золота здесь очень много, согласно знаку и льва, согласно этой карте. Опять-таки, и хорошо прорисован знак бесконечности над головой девушки. Отшельник. Здесь золото вообще не пожалели. И его хмурые одеяния сразу приобретают какое-то определенное сияние. Колесо фортуны. Здесь как раз-таки выделены и главные герои, и ореол за самим колесом фортуны. Правосудие, справедливость. Корона, конечно, золотая у правосудия. Опять-таки, рукоятка меча и весы. Повешены. Вот такие блики просто зеркального отражения. Очень красивая на карте смерти читается сбруя. У коня, опять-таки, корона. Корона, упавшая на землю от короля, которого сразила смерть. Ну и опять-таки, в центре у нас золотая россыпь. Умеренность, карта умеренности. Естественно, за крыльями ангела у нас золотое зарево. Очень красивая карта. Дьявол. Ну, дьявол сам по себе у нас, конечно, вот такой грозный, коварный. И тем не менее выделена пентаграмма. Вот так вот он смотрится. Башня. Яркие краски перемешаны у нас и сочетаются опять-таки с золотым заревом за башней. Звезда. Ну, конечно, по-другому не может она выглядеть. Действительно, красота женщины, грациозность, плавные линии великолепного тела. Естественно, звезда в центре. Опять-таки, все озарено золотом. Очень хорошая, благоприятная карта. Карта Луны. Солнце. Замечательный, чудный, жизнерадостный малыш. Верхом на лошади.
сзади подсолнуховое поле, солнце, естественно, золотое. Посмотрите, какие чудные блики. Суд. И ангел с неба кажется уже не таким нам грозным, хотя карта такая серьезная. Мир. Великолепная девушка. Так, следующие у нас идут младшие арканы. Очень красивое сочетание небесно-голубого цвета с золотой выкладкой. Это туз жезлов, двойка жезлов, тройка жезлов, четверка жезлов. Очень красивая карта. Пятерка жезлов. Борьба, соперничество. Шестерка жезлов. Победа. Восседает конкорда на коне. Непередаваемо красиво смотрится небесно-голубой цвет в сочетании с золотом, которое выполнено, еще раз покажу, смотрите, как точечно нанесено золото, не сплошной линией, а точечно выкладывается в определенный узор. Воин, победитель в будущем, карта скорости, восьмерка жезлов, девятка жезлов, десятка жезлов, очень тяжелая ноша, но цель вдалеке видна, непосильный труд, возможно, неоправданные желания. Паж жезлов, здесь я даже не скажу, что это паж, а возмужавший уже мужчина, зрелый. Вот именно так видел художник Роберто де Анджелес свои образы. Рыцарь. А вот рыцарь как раз-таки, мне кажется, слишком молод. Такая великолепная сбруя. Пританцовывает у нас конь. Великолепная, нежная, красивая королева с магическим котом. Властный король. Глядит из-под лобья на высоком троне. Крепко держит свою власть, уверенный, надежный, смелый. Знает свое дело с очень жестким, твердым характером. Масть кубков. Смотрите, какой великолепный кубок. И как золото красиво смотрится на, опять-таки, небесно-голубом фоне. В обрамлении двойка кубков, взаимность, любовь, нежность, партнерство, союз, благополучие, тройка кубков, праздник, веселье, торжество, хорошее начинание, успешное дело. Четвертка кубков, отрешенность. Очень красивое сочетание красок в этой колоде. Очень теплое, приятное глазу. Хочется эти карты действительно брать в руки, еще раз вглядываться в мельчайшие детали, рассматривать их. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Великолепные детки в красивых одеяниях, шикарные букеты в золотых кубках расставлены. Карта соблазнов, семерка кубков,
Каждый кубок, естественно, у нас выделен золотом. Девятка кубков. Карта ухода. Уходит наш путник прочь. Покидает все позади себя. Девятка кубков. Уверенный в себе господин. Успешный господин. Все у него хорошо. Он доволен собой. У него хорошо идут дела. У него на душе уверенность и спокойствие. Дом полная чаша. Все прекрасно. Легкая ухмылка на лице. Ну и опять-таки семейное благополучие, десятка чаш, великолепные чаши в небесах, озарены золотом, радуются детки, радуются родители, раскрыты перед ним просторы, все прекрасно. Паж кубков, вот такой юнец, великолепных. Опять-таки в обрамлении золота. Еще раз хочу сказать, что золота в этой колоде слишком много, даже очень-очень много, что как раз-таки и порадует тех, кто любит такого плана колоды. Рыцарь кубков. Королева кубков. Нежно держит в своих руках наполненный кубок. Нежность, чувств, материнство, благополучие, спокойствие. Благоприятная очень карта. Вот такой загадочный король кубков. Властный, немножко с хитрым прищуром. Естественно, золотая такая корона, золотой кубок. Масть мечей на небесно-голубом фоне. Вот такой сюжет из облаков. Двойка мечей. Тройка мечей. Печальная карта. Потери, разочарования, сердечные страдания, рухнувшие надежды. Опечаленный, убитый горем, отчаянием мужчина, получивший, скорее всего, неприятное для его сердцу известие. Четверка мечей, ожидание, мольба. Пятерка мечей, победитель. Забирает сбрую всех побежденных, оглядываясь на них с презрением. Шестерка мечей. Семерка мечей. Подвох, предательство, обман, лживость, двуличие. Тяжелая, неприятная, нехорошая карта. Восьмерка мечей. Девятка мечей, страхи, ужасы, переживания, внутреннее преодоление, неспокойствие. Десятка мечей, поражение, внутренние потери, потери в бизнесе, возможно, серьезное заболевание. Паж мечей, вот такой белокурый юнец, храбрый, мощный, будущий воин, рыцарь на белом коне, как раз таки для принцесс, которые сидят у окошка и ждут его, вот такой отважный, летящий на всех парах. Скорость, отвага, рыцарство. Отрешенная от всех и всего королева мечей.
жестокая, жесткая женщина, ушедшая в себя, смутное тяжелое выражение лица, вверх поднята рука правительницы. Вот такой жесткий взгляд короля мечей, властный, уверенный в себе. На бедро положил он свою правую руку, в левой угрожающе оборонительно держит меч. Ну и последнее — это у нас масть пентаклей. Ну вот как раз таки то, о чем я вас хотела предупредить, о том, что очень интересно прорисованы здесь как раз таки монеты пентаклей. Задумка художника была в том, чтобы немножко состарить монеты, как патиновое золото сделать. Очень красиво смотрится. Мне безумно нравится это решение, безумно нравится, как преподнесена эта идея. И действительно, если бы, мне кажется, они были полностью прорисованы, они, возможно, бы не так воспринимались. Все-таки карты выполнены не в современном, а в более таком старинном стиле. Поэтому осовременить совсем уже через золото монет было бы, наверное, все-таки неправильно. Поэтому мне очень нравится это решение, очень нравится, как выглядят монеты, и очень нравится, в принципе, идея такой подачи. Двойка пентаклей. Вот такой веселый паренек жонглирует. Оттачивает мастерство мастер, работая над своей скульптурой. Опять-таки, жадный гражданин восседает на своем стуле, держа крепко при себе одну монету, держа под контролем две другие и усадив прям себе на голову, на корону, четвертую. Хмурый парень, вот такой он, видите, бровь насупил. Нищие, пятерка пентаклей, идут мимо церкви, мимо костела, мимо собора, обездоленные в холод, снег. Карта потерь, карта проигрыша, карта непредвиденных неудач. Карта подаяния, шестерка пентаклей. Посмотрите, как красиво все-таки здесь отмечены пентакли сами. И очень хорошо, что они так не прорисованы до конца. Карта пожертвования. Здесь может как раз там обозначать для вопрошающего, либо он будет сам выступать в роли дарителя, либо действительно ему преподнесут какой-то дар, сюрприз, помощь окажут. Семерка пентаклей. Юноша, который взращивает свои плоды. Куст еще только созревает. Он наблюдает это со стороны. Но урожай уже есть. Мастер на восьмерке пентаклей совершенствует свое мастерство, не торопясь, восседая на своем ложе. Великолепная карта. Возможно, где-то у себя дома, возможно, в мастерской. Уже зрелый мужчина, зрелый мастер. Девятка пентаклей. Великолепный сад, великолепный урожай винограда. Огромные поля виноградники. Голубое небо, природа. Чудесная птаха на руке у девушки. Довольство результатом, успех, прибыль, спокойствие, достаток, благополучие, хороший исход дела. Ну и опять-таки семейная идиллия на карте десятки пентаклей. Дом полная чаша, здесь присутствуют у нас три поколения. Маленький ребенок, его родители, старшее поколение. Собаки, без которых нигде, никак и никуда. И, конечно, вот
под сводом у нас, это, скорее всего, свод дома, великолепная домашняя атмосфера, карта добра, успеха, богатства, наследия. Паж Пентаклей, вот такой скромный молодой человек, бережно и нежно, трепетно держащий в руке Пентакль, монетку. Опять-таки великолепное зарево над ним, голубое. Какой прекрасный рыцарь. Мне очень нравится эта карта, наверное, больше всех из всех рыцарей. Смотрит вдаль, вдалеке у нас поля, засеянные, естественно, плодотворным урожаем. Черный конь, великолепная сбруя. Нежная карта, изображающая королеву Пентаклей. Прекрасные голубые одеяния. Почему-то у меня сразу ассоциация с водой и воздухом. Золотая корона. Прекрасная богатейшая природа вокруг. Карта благополучия, спокойствия, постоянства, уверенности, нежности, семейного благополучия, счастья, плодородства. И прекрасный, великолепный король Пентаклей. Опять-таки на своем высоченном троне. Уверенный взгляд, абсолютно спокойный, мужественный, надежный, крепкий муж, мужчина. Невозможно здесь даже определить, он больше седой, либо светловолосый. Уверенно, но крепко держит свою монету в руке. Стабильность, процветание, прекрасный бизнес, прекрасное развитие карьеры, плодородие. Вот такая замечательная карта. Прекрасная рубашка в этой колоде. Еще раз скажу, что можно смело этой колодой работать как в прямых, так и перевернутых значениях. Колода яркая, красочная. Золото действительно здесь не поскупились. Очень интересна проработка деталей каждого персонажа. Здесь мы четко читаем с вами эмоции. Вот даже сравните королей, да? Посмотрите, насколько суров у нас король кубков и насколько спокоен король Пентаклей. Видите, четко можно прочитать все эмоции. Та же самая королева. А детки, какие великолепные детки. Он что-то ей шепчет, мне кажется, все-таки. Дает букет и шепчет. Думаю, что все как раз-таки хорошее нашептывает. Вот такой по эмоциям сразу понятно. Задумчивый у нас король жезлов, восседающий на троне. Прекрасная колода. Я хочу сразу отметить, что эта колода будет приятно в работе и доставит вам удовольствие изучать таро как для начинающих тарологов, так и для тарологов с опытом работы. Я думаю, что именно такую колоду стоит иметь в своей коллекции. Однозначно она великолепного качества. Что касательно вопроса цены, то как раз-таки именно типография Fire, которая произвела эту колоду по ценовой политике, намного ниже, нежели Лос Карабео итальянского производства. Конечно, это немаловажно в теперешнее наше достаточно сложное время. Колоду эту всячески рекомендую. Дорогие мои подписчики и гости моего канала, огромное вам спасибо за то, что вы уделяете время просмотру моих обзоров. Мне это очень приятно и важно. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте пальчик вверх. Буду стараться записывать для вас новые обзоры. И до новых встреч. Всего вам хорошего. До свидания.